Ну что, дорогие друзья, как вам? Каковы ваши достижения в этом году? Какие урожаи собрали? Что интересного выращивали? Сегодня наконец-то дошла очередь до картошечки в мху. Не представляю, что там вообще творится. Так-то давно уже надо было это посмотреть. Но взял, насадил, насеял перцев, и они не давали возможности посмотреть, что же там уже там. Ну, картошка давно уже перестала расти. И вроде бы даже там не было картофельных этих помидорок. Ну, цвет был. После цвета продержалось немного еще. Ну, примерно месяц. И уже в середине августа уже все уже. Вся картошка засохла. Ну, а холодок не дал перчикам дать дозреть. Вот этот каким-то чудом выжил, живет еще. Но от этого нет никакого толка. Только что если занести его в тепло. Но пока что еще не готово место. Ну ладно, пора смотреть, что же там внутри. Также хочу сказать, картофель этот рос. Так, ну, можно сказать, гидропоническим способом. Можно было даже два урожая снять. Вообще, без проблем. Она сама наверх вылезала. Я ее сверху подсыпал мохом. А так она реально просто вылезла наверх, и все, картошка. Как будто бы сплыла.
Ну, вот видите сами, мох и картошка, и перец, друзья, отлично уживаются вместе. Перцу вообще, перец вообще так отлично себя чувствует. Чувствовал. Также здесь еще вот чесночок. Посмотрим, что же с ним. Вон, что-то он рос, рос. Но так и не вырос. Ну, может быть, вырос. Сейчас посмотрим. Ту-ду-ду. Ну, может быть, на будущий год он этот зимний какой-нибудь может. Да, картошки пока не видно. А, вон она. Ой, как корни-то вообще прям. О, еще один чесночок. А вот и первые клубни. Сразу же можно и подрыхлить мох. Думал, что все, наверное, она все-таки сгнила. Но нет. Ждет следующего года. Пока что клубни довольно-таки неплохо выглядят. Особо их никто не поел. Да вот. Либо вообще их никто не поел даже. Но пока что маловато. Маловато будет картошечки. Я думал, там вообще там все одна картошка только. 4 клубня посадил. Так, еще один. Пойдет на семена. Это уже будет гидропоник Style Genetics Potato. Potato Hydroponic Genetics New. В общем, новый. Что-то новенькое, в общем.
Так, это что такое? Он уже что-то, наверное, старенький. Нет, наверное, это может быть даже свежий. Что-то он как-то слишком прочный. Наверное, загнила. Все-таки загнила. Ну, это вот это по-любому загнила. Ну, естественно, столько пролежать. Ну, странно, почему она снова не начала расти. Или нужно какое-то время отлежаться. Ну, вот она отлежалась, что просто, ну, загнила. До какого состояния бы она еще бы лежала бы, прежде чем начала бы свою жизненную деятельность. Кто знает? Если кто-то знает, пишите в комментариях. А лучше ссылочку на видосик по этой теме. Так, еще одна. Вот начало, что начало. Все-таки интересно, что же она перестала расти-то? Росла, росла и хоп, засохла и все. Хоть несмотря на то, что я ее поливал, но и вот даже субстрат вообще влажный, несмотря на то, что когда я его последний раз поливал, вообще уже не помню. Ну, может быть, даже из-за этого. А вот нет, вот полностью нет, наверное, старая. Непонятно уже. Начали образовываться отростки, походу. Но она собиралась уже начать рост. На самом деле ничего нет. Так что можно мохой поменьше ложить. Может, так произошло из-за того, что муха подсыпал. Об этом... Нет, нет, смотрите, на самом деле есть картошка. Перчик, ну ладно, гудбай. Ты сделал все, что смог. Ну, почти. Так, а тут еще одна.
Ха-ха. Ну, сейчас подумал, дегустацию не получится провести. Как там сырую картошку? Мне не очень хочется пробовать. А тут-то вон, хо-хо-хо, прям лежат такие. Запах нормальный, ничем не пахнет, никакой гнилости, гнилостной средой. Ну и она вон лопается от переизбытка влаги. Так что вот этот объем пополам надо будет поделить. Может быть, запишу дегустацию, приготовлю какое-нибудь блюдо. Хотя какое тут блюдо? Чисто жареная картошка и все. Только лишь это блюдо расскажет нам все. Оху. Это фигурка. И тут житель. Какой-то житель. Все, житель пошел жить в другое место. Неплохой урожай.
Ну, что делать? Интересно, порастет ли она сейчас, ее закопать. Еще раз снова использовать. Так-то уже можно уже ее это снова попробовать. Как раз пока она будет туда-сюда, уже будет готово место. Но неизвестно, начнет ли она расти или ей нужно отлежаться. Ну сделаю как? Одну сразу же закопаю. Сейчас в ближайшие дни. А другую немножечко подсушу. Другую часть моха положу, разложу. Пусть подсохнет. Чуть-чуть пусть подсохнет. Еще парочка друзей. Тут их много. Неплохо они здесь устроились. Зиму переждать. Ну, наверное, навряд ли бы они здесь ее переждали. Все, больше нет. Вот такой вот урожайчик. Есть над чем поработать, есть над чем подумать.
Хорошо. Ну ладно, всем пока.